Привет, с вами снова Женек, и мы продолжаем проходить игру Daylight. Чё нам ключик надо найти, как мы поняли, в предыдущей серии. Какой-то непонятный, загадочный. Ну, погнали искать. Тут я его не нашел по этим комнатам. Так. Как-то мы двигать можем? Зеленый ключик нам нужен, а вот там вот что-то горит, я не знаю. Давайте еще раз туда сходим. Так, я в той комнате ничего и не понял на самом деле. Может, я просто бегаю и что-то мог упустить. О, какая же здесь атмосфера, блять. Что за... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё мы нашли? Ой-ой-ой. Так. Краткий рассказ о психиатрической больнице. Мы Мишку нашли. Ничего себе. Как им пользоваться? Выкинь его нахер. Да. Мы нашли Мишу. Ой-ой-ой, что за нахуй? О, господи, блядь. Я вижу тебя. Падай в оморок, пожалуйста, я не могу. На то все, 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 спокойно, верни меня хоть в эту реальность, блядь. Ты реально жопа. Ну чё, шпилим до той комнаты. Кто тут бежит? Кто тут бежит, блядь? Валим отсюда. Подожди, нахуй. Здесь же было открыто. Миш, понимаешь что-нибудь? Я вообще нихуя не понимаю. Или я бежал уже, видимо, да? Скорее всего. Ладно, валим отсюда. I know you're there. Я чего-то понимаю, что ты понимаешь. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, что происходит? Это реально просто жопа. Так, я вижу ту комнату уже. Бежим, 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 бежим. Открывай эту дверь, чувак, открывай. Просто всемогущий Миша. О как. Так, мы сохранились, да, вон я смотрю. О как. Куда мы попали? Так, давай флайер включим. Не флайер, фонарик. Сюда мы войти не можем. Да и не очень-то хотелось, на самом деле. Окей. Ой, выкинуло, что ли? Палочки эти оставлять, ну, не знаю, нет, не будем мы оставлять палочки. Надеюсь, мы больше не заблудимся. Так, ну, какую-то детальку уже нам нужно найти, скорее всего. Ладно. Так, это туда, с той стороны, что у нас? Ну, здесь вот выкинем еще. И одну еще подберем. Здесь у нас ничего. Так, ну... Воу! Чё за нахер был? Честно, вообще ничего не понял. Почему у нас следы белые за нами?
записка одна какая-то. Честно, читать даже не хочется. Господи, что ты увидела? Что, господи-то? Ты чё, падла, меня, блядь, заблуждение уводишь? Я ж тоже пугаюсь. Чего тут? И чего тут? Куда идти-то? И как пройти? А что-то тут есть. Как плохо, когда твой персонаж не может прыгать. Сейчас что-нибудь будет. Блять! Остановись в натуре, мать! Нормально все. И не через такое проходили, успокойся там. Так, еще одна записочка. С этой, да, прыгнуть на ту. Или как? Что-то... Или что? Ну, я так понимаю, его можно толкать, правильно? В чем проблема? Толкай. Давай залази. Куда ты лезешь-то все? А, все, понял. Так бы и сказал. Так. А, вот мы, в принципе, вернулись, да, получается? Можно открыть? Нет, нельзя открыть. Зачем мы сюда вернулись тогда? А, вот эту штуку, наверное, можно, да, использовать. Вот, отлично, дверку открыли. Горит, ладно. Случайно выкинул. Но не суть. Жуть какая-то, блядь. Сколько же здесь психов-то было, а? Сюда, ну, давай налево пойдем, все же. Не будем традициям изменять. Ой, тут и двигалась. Ебашки-карабашки, блядь. В самое гнездо, блядь, пришли. Что ни на есть, блядь. Что нам тут надо вообще? Нам туда надо пройти? Нам туда не надо пройти.
надо, и, как говорится, хер с ним. Ебать! Ты чё, блядь? Нихуя, бля, вообще, блядь. Блядь. Просто, блядь. Это просто ёбнуться, нахуй. Гоблин какой-то лазит там теперь, блядь. Закрывай нахуй эти двери. Где орёт? Блядь! Что? Блядь! Блядь, вообще нахуй это. Просто жопа, блядь, какая-то нахуй. Что вообще, блядь, происходит? Да, я иду вообще. Это просто пипец. Конечно. Да. Так, я вижу еще очередную дверь какую-то, лестницу мы нашли. Заколдованная дверка, да? Ну да. Нам Миша нужен. Миша! Так, что мы нашли? Может, ты возьмешь что-то? Нет? Нет. Здесь ничего хорошего нет. Вообще, подвал какой-то. Бля, это морг, что ли, ёпты? Или чё это такое? Чё за херня? Чё мы тут забыли? Чё-то ничего не понимаю. Так до хера дверь. Окей. Да мне похуй. Понял? Закрыто. Закрыто. И здесь закрыто, что ли? Блять, и нахуй мы пришли сюда. Записку взять. Нашли что-то. Ну, пиздец, как полезно. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не. Блять! Ебать ты нахуй, гоблин! Я, блять, в ахуе. Ёб твою мать, блять, во что я нахуй играю, блять? Пиздец. Бля, ну ты нахуй издеваешься, блядь. Блядь, оно идет. Бля, ну вообще пиздец какой-то начался, честно, блядь. Сколько руганий. Да-да. Господи, блядь. Почему я вообще на третьем этаже оказался? Бля. Тихо, нахуй. Что там происходит? Блять. Ладно, нормально все. Что там открылась? Дверь какая-то, что ли? Нас куда-то приглашают?
посетите одну из палат, нас приглашают. Блядь. Скоро в реальной жизни я посещу. С такими играми. Не, ну это дикость вообще какая-то. Подожди, а что там? У нас что-то там зелененькое горит. Еще какой-то ключ, что ли? Блин, нам необходим Михаил просто. Так, записочка какая-то. За река, а здесь пока нет, да. Ладно. Потом придем сюда, запомним на третьем этаже, как я добрался сюда, я не помню уже. А где у нас она внизу получается? Блядь, что происходит? Издевательство просто, блядь. Так, ну вот, да? Это дверь. Так, а что у меня лагает телефон? Так, ну и где вообще? Куда нам тут идти-то еще осталось там, по-моему? Если не ошибаюсь, сюда, да? О, Боже, what's that? Что это? Что, что, что ты видишь, блядь? Чего не вижу я? Блять, эти звуки, пипец, блин, просто... Да, что это за звуки? О, господи. Так, сюда можно еще не ходить? Нет, или мы отсюда пришли? Так, вот записка, да, значит, здесь мы не были еще. Тут записка. Подожди, а тут, по-моему, все записки надо собрать. На том уровне мы собрали, по-моему, все записки, и там был Миша. Пошли обратно на третий этаж. Надеюсь, все обойдется малой кровью. Осталось с этими ножницами добраться на первый этаж, открыть дверку, и, пожалуй, на этом серию закончим. Просто беги, просто беги! Пожалуйста, блядь. Все, все, нормально, закрой. Пипец, там просто, что там происходит, блядь? Запечатали, да? Отлично, отлично. Ну, набрали. Все вообще замечательно. Все пока мне вообще просто нравится. Ладно. О, чё себе. Всем спасибо за просмотр. С вами был Женек. Надеюсь, вам нравится мое прохождение. Оставайтесь на канале. Всего доброго. До встречи. Будем дальше проходить.